От М3 за М13 замечательно меняет подсказку. От М3 за М13 меняем подсказку. Верно, Павлович. Как? Слушаю, Павлович. Доброе утро, приняли локомотив ДГАЗ, приняли локомотив ВЛ-80С за номером 845, локомотив спустили, тормоза проверили, приняли на станции, на третьем пути, решите за этим состав. Хорошо, сцепляйтесь с составом, выходной вам буду открывать, по открытию отправляйтесь. В принципе, с составом откачиваемся. По открытию выходного подготовимся, управляемся. Еще раз напомню, кто путь? Третий, четыре. Откуда? Да. Который если загрузить на Злобине. На Красноярск. Или совсем рядом. Понятно, шуметь по Злобине будет. Я тебе там выдал, но как только согласовывай со мной. Слушай, Зоба. Понятно. От М13 маршрут вам готов. За ЧМ2 заезжаем, меняем направление, подскажем. Верно, понимаете. Серега, пожалуйста, 60-63 заведение. Сейчас на тебя пятнусь. Все, запустил. Нет. А нефть у нас куда идет, если что? Этот нефти нету, это авиатопливо. Нет, там загруженные вагоны нефти есть.
Ну это перепутали, это авиатопливо. Ага, понятно, то есть вагоны не разгрузить, я вас прекрасно понял. Почему? Их же тогда вез, разгружал. А, ну да. Ну как ты можешь другой груз, прописанный в вагонах, разгрузить там, где нет разгрузки этого груза? Не, просто Кротов разгружал, но они же там как-то сами загружали. Тут ошибочка лишь. Надо было авиатопливом грузить. А где? На Злобина? Ага, угу. Косячок. Там да, нефть, там... точно? Нет, стоп. Там Круг... нефть. Не... Там нет, в порту да. выгружается нефть, по-моему, перерабатывается, нет? Нет. Грусть. Загрузили, чтобы сразу везти и не загружать. Вы-то в прошлый раз загружали там. А тогда твой косяк ты загружал. Ну да. Вот. Фиаско, братан. Фиаско Черт. Это когда ты не можешь изменить заявку. Вот это фиаско. Документом авиатоплива, она по факту сырая нет. Кто-то отмыл деньги. Ля. Граждане, так что теперь можно участвовать? В смысле, можно нельзя? А, да не знаю, мне говорить. Заходи. Типа... Заходи, конечно. Заходи. А, разрешили? О, я бегу. Только быстрее. Не слышно, что он бежал. Злобина дежурный! Собак с кушетом. 663, принял машину, 17 номером, готовы работать. Что будем делать? Ну, у нас много вариантов. Можем разгружать уголь, можем дождаться, когда привезут спящий состав, перегрузку делать, перевалку. Там скачивают только эти пустые подтовары бактерии. А-а-а, как же пустые? А я цистерны скачу, привезу 18 хопперов, 20 полувагонов, 24 цистерны. Угу. Ну я тебе, Игорь, сказал, маневры ты сам там думай, что ты хочешь делать. Просто нам просто должны, по идее, к нам щебень привезти. Если мне память не изменяет, должны привезти пакетлайн. Тут работы тебе хватит, но только тебе сейчас пока придется ждать. Могу пока погрузить контейнеры в порту. Все, вперед, наши крутаты. Качи дежурный. Слушай. 645-й на третьем пути состав. Сочинить кабину сменили, сделали полную пробу тормозов. Готовы к управлению выходной желтой с третьего пути. Номер 2 быстрая. Да, а сейчас что-нибудь придумаем. Какой? Сейчас, секунду. Игорь, микрофончик. Спасибо. 3004 присваиваем. Фильм присваивает номер 3004. Заведено. Понятно. А Чен 2 на 16-й занятый путь под состав. Ну что, там готов, тебе это состав, готов к управлению, специалисты посмотрели. Качу. Верно, понять. Да, слушай. 3004, ну что, отправляться можно? Да, я ждал по открытию выходного. Принято, отправляемся. 3004. А, заводим дежурный. Как, по одному? Заводим дежурный. Заводим суши. Локомотивная бригада ТТТР принимает тепловозку Т-10 МК-1096. Тормоза опробованы. Стоим перед маневровым Кан-9. Понятно, ожидать. Серега, еще глупый вопрос по карте. Здесь считается направление север-юг или восток-запад? А, правильно. Восток-запад. Дежурный Кач.
дальше. 0411, заем 13. Заехали, когда мы сменили, ждем дальнейших позади. Ждаем дальше. Жодно. Переехать с номера 18 на 9 из запада. Вот мы сейчас. Подожди, давай сейчас поправим два поезда, потом будем маневрировать. Потому что сейчас вся горловина сзади. Я с западной горловины, а не с восточной. Сейчас там у меня будет маневрировать. 1006. 1096 слушает. От М. От Н 9 за М 12. От Н 9 за М 12. За М. М. За М 12. У меня интервью подсказываем. Просто у тебя все движники из восточной горловины, а я тут в западной нахожусь. Там вообще ничего нету. Наоборот, восточная с другой стороны. Ты стоишь в восточной горловине. А по маркеру наоборот. Неправильная ориентация карты, отсюда неправильная ориентация солнышка и так далее. Не, солнышко правильно ориентировано. А по маркеру как раз таки восток, там где все маневрируют. А, пожарные, вес, запад. Ну вот, спонтанно ты сбиваешь людей. Ну, 4.11. 0.4.11 слышу. Маршрут от М13 на 11 занят путь под составом готов. Цепляйтесь, смените направление, готовьтесь. От М13 на 11 занят под состав. Меняем колено. Повторно. Верно. Наполняем на 4.11. Все равно передний греет. Одна пушка. Угу. То есть передний 25, а задний 18. Ну ты не выкинешь. Угу. Ну погоди, вдруг. Открытые вагоны подружу. Пришел пользователь. Пользователь пришел в твой канал.
Злобина дежурный. Злобина, слышу. Локомотив 1096, за М12 заехали. Кабину сменили, маневром готовы. Понятно, от М12 за НН5. Заезжаем под состав, цепляемся, готовимся к управлению. От М12 за НН5 под состав. Цепляемся, готовимся к отправлению. Верно, понимаешь. И я встал. Не круто. Да, мне тоже нравится. Попробуй, говорю, сделать так же, как я делал. Сейчас во вторую секцию переместись, включи там эти автоматы, вернись в первую и заново запусти. Хорошо, попробуем. Где пароль какой? 8-2, 8-2. Качу, дежурный. Слушай. Ну, подожди, качусь назад. Ну да, здесь сложный профиль. На 11-м занятом вступил все с вагонами. Жду дальнейших указаний. Понятно, вступили с вагонами. Будете отправляться по открытию выходного до станции аэропорт. По открытию выходного отправляемся до станции аэропорт. Присваивайте себе номер 3502. Присваиваем номер 3502. Злобин, слушаю. Понятно, готовы шнурки купить. Присваивайте себе номер 375, будет исследовать сообщение до станции Кача с Гостяковой стоянкой на станции Красноярск. Номер 5. Ты автомат этот включил, да, уже один? Да. Верно, по открытию выходного Ух и качу, блин. Нормально. Ха! Слабо. Да я еле за... Я, прикинь, опускаю тормозами назад. На 14 позиции на шине едет. Ты ага. Служи, тормози по 34-м, правильно? Да и тормозил, нормально. Все. Опять назад едет, что такое? Да просто на таком большом профиле, по идее, где состав не держит локомотивный тормоз, вообще запрещено оставлять закрепать вагоны, по идее. Вот опять не тянет назад. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. На 6-й позиции трогается нормально. Песочка. А! Все, понял.
Слышите? Так что при посылке, пожалуйста, на 14-й год переезжать будем на 9-й. Игорь, я тебя выдал. А, ты будешь сейчас сам, да? Да, так что ты согласовывался. Так что время на 14-й год переезжать будем. Короче, Серега, чудо не произошло. Что делать? Почему у тебя бота? Бота поедет. Я не знаю, что вы делаете. Я вроде как всегда все делаю. Попробуй вообще выйти из локомотива и сесть за мной. Сейчас ботом заеду в город, а дальше. Добрый вечер, машины стоят, охранный локомотив 3Т10МК2672, видим сзади вагон на 4-м, готовы к сцеплению. Вам нужно будет обогнаться, потому что в другую сторону не уже. Понятно, готовы к обгону. Что ждать? Ожидаю. Дом вперед. На солнечный катал? Я? Да. Нет. А, катался, ну как нет. Со столбцов 5600 на две секции ВЛ-80. Не умею. Я не умею тепловоз. Я катаюсь на том, что я умею. Я потихоньку все эти, ну, познаю тепловозы и электровозы. Вот так вот. Двадцать шесть семьдесят два, слушаю. От М4 за М6. Значит, он готов, выезжайте на этом колене, подсказывает. У меня на М4 за М6 на колене. Саша-3 не помещает с 14-го за 5-м номером. На всякий случай уточняю. Вы жди, сейчас отправим ему эту грузовую. Все, я в другой горловине. Станция будет вся твоя. Я в другой горловине. За какой ты будешь? Пока ты не врубишь, я в другой горловине. Никого нет. Понять скажешь. Не, не помешаешь. Злобина дежурный. Злобина, слушай. Локомотив 1096. На пятом пути составом сцепились за светофор НМ5 и поместились. Разрешаю вам садиться за светофор и готовься к отправлению. Осаживаемся за светофор, готовимся к отправлению. Присылайтесь номер 3505. Прислал его номер 3505. Верно.
Нет. Ты это не видишь? Вот, здесь справа. Ну, а, вот. Нет, мы тебя видим. Нет, сигнал. А, ты не в сигнал, точно. Я сигнал. Че это не в сигнал сейчас? А вот попробуй. Попал? Сигналишь как? У меня уже не кача. Я. Кача. За М6 заехал. Сейчас мы сдвоем. Вот М6 через всю станцию за М7. Нет, направление. Понятно, по всей станции за М7 не лента. Да, да. Злобин или Жобин? Слушай. Состав за М5 освободили. Осадили. Понятно, готовы так? Подправление готово. Отправляйтесь 3500 номером до станции Кача. Вот как это выходного можете отправить. Отправляемся по открытию выходного на станцию Кача под номером 3505. Злобина 663, 5-11 белый, 9-й замки на сапку. Исполнил. Стрелкам особенно, перед стрелками заранее тормозись, не более 40 пострелок. Да я так еле ползу. Главное, что нет этого дебильного отблеска белого от земли. Поэтому и красиво сразу стало. Надо, Серега, в следующий раз перед управлением попробовать расступить между секторами и стыками. Нас погрузка леса, древен, щепы, нагрузится керосин. И керосин-то лучше. Я уже их переименовал. Подвигом щепы. Я уже переименовал.
А кто как придумал? То спуск, то подъем, я не знаю, заеду, нет? Смерть, это смерть. Реальный профиль. Бог, наверное. 15-я позиция, поехали в путь. Это круто, не, на самом деле. И стрелками тормози заранее. Я понял, все. Там сейчас все, пока никого не будет на станции, вся станция в центре стреляет. Я тормоза отпрячу. Я сейчас буду вытягивать хвостом, буду вытягиваться за пятый номеровый, хвостом за 11-й, от 11-го буду переезжать на 13-й путь. Ты меня понял, станция все твоя. Ну, я тебе маневры указал, куда будет. Еще бы сделать карту Орск Москвы. Ты уже с 2000 километров. На 90 паспорта. Ладно, ты строишь за мной. Серега, по вагону, которые в составе были на 9-м, их потом как раскидать? Голову, хвост. Какая разница? Полувагоны это же под гравий. Понял. Значит, поставлю пока за локомотивом, в принципе. Ты под цементом хочешь? Мне без разницы, цемент не получится, потому что нет сырья, нету гашеной извести, ну, шлакоплавки, гашеной извести, и нету этого, нету щелы. Это вот на ядной части повезет. Ну, я пока контейнера. Кача. За М7 заехали, 26-72. Там всем на четвертый занятый путь под состав всех там решаем. Меняйте направление, так сказать. Порядно, это М7 с этим. Все, принтяя на проход все до Красноярска. По какому пути? По главному, по второму. Принято по второму на проход Зеленая улица до Красноярска. Верно. Там же электровоз стоит, а я-то. Остановка 26. Остановка. Я его удалить не смогу. Но некто почему-то выиграет. Сможешь его принять, перегнать? Ну, давай попробуем. Что, я назад тогда за М1 туда? М7, не согласен. Не, лучше даже за М1, а не
электровозе за 7 выигрыш, чтобы переставить. Хорошо, что я сделаю. Тебе принципиально прям на тройничке ехать? Да. Я люблю больше тепловозы и, да, и тепловой снимать. Не, я могу, конечно, поехать на электровозе, но я не обещаю, что я еду. Хотя, давай сейчас тогда даже с М7 заезжаю, возьму электровоз и просто цепи поеду. Тогда тебе надо будет тепловоз убрать. Ну, сейчас за М7 заеду, ты его уберешь там, ну, по соседству, и я возьму электровоз. Все, за М7 заехать, короче. От М7 за М6. Предлагаю еще и станцию опять ехать. Ну да, мне, конечно, потом поезда принимать надо будет. Быстро. Переключись на белый, ты можешь по свободному пути 40 минут. У меня на белом стоит. Ну, по свободу, через свободный путь можно 40 стоить. Да, я в курсе. Сейчас поеду за М6, короче. А куда ты потом его хочешь убирать? Прям за М6 можно оставить и мешать остальному. Да, тут типа конец карты, да. А у тебя там еще 20 осталось? У тебя же там дача за М6 была состава, два выезда. Ты прям за М6 заезжай, прям за М6 выезд ставь. Те я их убрал, потому что они не используются. А, понял. Эта карта похожа на Южный Урал. Ну то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Прикольно. Это которая платная Южный Урал или какая? Не, я просто сам сувал, имею в виду, что у нас горы здесь. И я вот смотрю по профилю, короче, что вверх, что вниз, что вниз, что вверх. Блин, я электронный. Слушай, блин. А я как раз 75-й прыгаю, прикупу. На выход вам открываю, потом чем-нибудь по стоянке можете прыгнуть. Да, я тебе сейчас перекажу. Там просто еще грузовой идет, блин. Пользователь в твоем канале отвалился по тайм-ауту.
Пользователь пришел в канал. Там в сторону Качи что-нибудь едет со злобина? Пассажирский проход. Маленький светофор. Сейчас перед тобой у тебя какой светофор? Дежурный Красноярск. Слушаем. Входной. Поезд 3505. Входной НМ1А красный. Ну, правильно, там пассажирский отправляется, по удалению за ним пойдете. Понял. По удалению за пассажирским. Верно. Перед Снежницей больше, после подъема больше нет. Докатишься, да? Да, качусь. Вот ты сейчас, Рома, проехал, не доправилась? Ты мне там закуда подкрыл, Сережа? Тебе на 12-й путь Кишневск принимает, там и цепь делает. Дежурный Качи. Качи. С
7-7 готовы с этим составом. Цепляйтесь. Менять кабину, готовься к кабину. Как реостат гипермодит? Вот я выставил значение, дальше. Ну как, Игорь? Игорь, ты... Сначала плавных положение П, подготовка, потом ПТ и потом ФТ. Если при переводе рукоятки положение П сработали локомотивные тормоза, то снова рукоятку электродинамики в ноль и снова попросится П. Все легко. Мы уже устарели. 1 килограмм закинем нормально. Жалко редуктор, организован. Это что вообще в тренинге? Ни одного редуктора корректно. Отстроил давление 6 кг от тормозного мастера, дал разрядку 1.2. Нет, даже 0.3. Крупнейшие пара десятых тормозного цилиндра. Убираешь, прикладываешь. Качество. Качество. 7-7 составом 4 готов. Понятно, присваивайте себе номер 3002, будете следовать сообщение до станции Глобина. По открытию выходного можете отправиться. Да, 3002 до станции Глобина. Верно. Блин, за 60-63 там будет предъявить. Клавиатура не работает, тормозная рамка. Глобина. Глобина. Линия локомотив L80SM 3003 стоим депо Euro M20. Тормоза проверены, локомотив запущен. Понятно, 3003 депо Euro M20 стоите. Ожидать. Ага. Игорь, вот этого манера фундаки сейчас нет? А, понял, ты там уже на все базы проходил, да? Нефтебаза, порт. Ну, порт, да. Порт нефтебаза, да, называется. Смотри, состав применил 13-й, перетащу. Остатки состава место купить не любит. За М12 заезжайте, мне вот кабину подскажите. Линка от М20, за М12, Ленин, кабину подскажите. Я не понимаю. Красноярск, главный дежурный. Слушай. Поезд 3505, наблюдая выходной НМ1А зеленый, отправляюсь за пассажирским по удалению. Все верно, не понимаю. Там есть, да, перед мостом. Толкцы мосты со ступеньками до 22-тысячных курит в сторону.
просто у тебя тепловоз. А вот ты не хочешь поменять этот вымыл 7-10? Как? Да, он, короче, трогается, потом его дергает и больше не дергает. Ты сначала служебный полный помени, потом прокачай состав полностью. Да-да-да. И еще не покидай кабину, когда будешь ехать, у него скрип. Летает. Хорошо. Не скрипт, а компрессора. Тумблер компрессора передергивает и дальше ехать. Поставь тормоза спать. Ну, применил я служебное, он до сих пор так действительно. Экстренный отпуск надо сделать. Подожди, да, чтоб покачался. Может, экран не отпустил? Да нет, у меня это есть такая тема. Надо полный экстренный, а потом не пробуется. Ну, у тебя давление разное в составе. Там не забывайте про наличие воздушного резервуара на вагонах, потому что банально, если не откачаться резервуара, то вы считаете пол тормозной магистрали пустую. Это время на те же самые 50 вагонов, где-то 2-3 минуты, чтобы откачать компресс вагона. Вот поэтому я времени не видел. Я тебе еще прикол скажу такой, что у него компрессор сейчас на всех видах, на 95% подвижного состава качает примерно от 5 до 15 раз больше нормы. Это жесть. Серега, пишу тебя по минимуму по второму пути, по зеленому на проход, скорости более 5. Это вчера станция. Да, в этой режимке. Злобина. Злобина. Понятно, там 12 на 11 на данный кирку, под состав всех станов решений на управление запускания. Юнит, а там 12 на 11 кирку, состав, цепляемся, где на улице. Верно, да. А это аэропорт, да? В смысле? О. Ну, короче, 0,430 прибыли, везли цистерны, ждем дальнейших позвонить. Ну, теперь нужно с тебя расцепиться, сейчас я на тебя перемещу, будем расцепляться с тобой. Без проблем? Потому что я тут сцепляться, перецепляться буду, это пофигу? Ну, давай. Тебя подождем, давай сцепимся. Не-не-не-не-не, я как бы сманеврован. Пользователь отключился. Хорошо. Отцепляйся. Да есть там сманеврованный, все такие проблемы. Может быть такая проблема, что мы сейчас расцепимся, и у кого-то полетит тут, да? Ну да. Ну у меня расцепился, что ли. Попробуй прокинуть. Сейчас вперед. Лишний раз лучше не расцепляться. А мне тут на вольнике надо где-то менять частоту? Нет. На вольнике меняется этот холод. Ну, у меня тут белый, короче, горит. Ну, автоматически. А ты катушку АЛСН включил? Там, помощника машиниста?
значит, сейчас потупит и горит. Катушки ЛСН есть проверка. Попробуй проверить. А, вот, зеленый. Тупит немного. Ну, не совсем тупит, это по норме у него до 10 секунд отставания возможно. Что, он зацепился тут? Да, мне все будет. Стоим перед запрещающим черва. Не знаю, с вагонами в последний раз проблем была, это 12-й версии еще. 0411, а Ч2 за М3. Маршрут вам готов, заезжайте на этом направлении, подскажите. А Ч2 за М3? Заезжай меня на проблему, подскажите. Наполняем 0411. Вот, Игорь, если что, можешь это авиатопливо здесь разгрузить на авиаторку. Я здесь шмуху запустил. Я не знаю, ты мне что-то делаешь. Придумал. Управление ботом включи, если ты встал в подъем, управление ботом, он тебя заедет по подъему, а далее все будет. Нет, так сделать. А как правая. Управление ботом-то? Правая кнопка мыши, ну, с контролем на автомобиле, внешне будет, и там будет такой драйв, и управлять. Подъем преодолеешь, отключи, там будет стоп. Не втянул, да? Дежурный аэропорт, наверное, так. Потому что не знаю, к чему привез. Да, аэропорт. Ну, 4-1 заехали, как бы не сменили. Понятно, вот М3 за М2 заезжаем, тоже меня направление поставили. Это М3 за М2 меня направление поставили. Сейчас бы на 3-й системе МК я бы уже давно бы взял и не хватит. А почему не втянул? А, воздушный промежуток поймал. Я сработал это девочка. Вообще в игре она не реализована. Но у меня был знак, вот, что он промежуток, или, по-моему, пускай, я забыл, как у нас это точка. Это нейтральная ставка, но она же не реализована. Да, это никак не реализовано. Но у меня сейчас, вот я проехал, у меня просто ДВ сказала прощение. Нет, это значит, за напряжение просто не следил. Не, на бога была в порядке в этом. Выбило ГВ по перегрузке машин, наверное, на ряд штатной полиции долго ехал. Вот зеленая лампочка у тебя, вот они, надо ехать. Она когда выходит с новой игры. Куда там загорается зеленая лампочка? Где какая?
ЭПР ты имеешь в виду? Где у тебя красный, зеленый на панели, видишь лампочки? Я вижу три зеленые панели, да. Это ходовые позиции зеленые. Скажи проще, у тебя вот есть этот позиции контроллер? Ну, то есть... Ром, ты меня видишь? Да. У меня нет. Ты сигналил. У тебя там стрелочка ходит, ходовые позиции, ты черточки. У меня не черточки, у меня это как на контроллере, у меня буквы. Да нет, ты не понял, о чем я говорю. На реверсивке ты имеешь в виду? Нет. У тебя не торпеды. Нифига не понял, но очень интересно. На указателе позиции он из всех манометров, которые ты видишь на пульте, по-моему, правый сверху. А, ну вижу, да, там стрелочка с черточкой. Ну, вот когда черточка. Стрелочка на черточке, на длинной, сверху, это ходовая позиция. На ней можно ехать долго. Все остальные позиции реостатные. На них долго ехать не рекомендуется, выстрелить голову. А, понял, принял. То есть ты бегаешь от черточки к черточке, у тебя когда ты черточку убираешь, у тебя лампочка загорается. Давай бегись. Я понял, что... Благодарю, вот, благодарю. Знай на будущее. Я удивлен, что я его вообще запустил и понял, как его запускать. Злобина слышал. 2003 сцепились со сталом. Тормоза поставили, проверили. Дорога отправлена. Понятно. Присваивайте себе номер 3507 по гидростанции Злобина. По открытому входному можете отправиться. Клиент Злобин. До станции докачивает. Верно. Слушаю, мы 4-11. АТМ-2 за М3 под состав. Решил там готов, цепляйте состав, готовьте к бою. АТМ-2 за М3 под состав, цепляемся, мы шут готов, готовимся к отправлению. Выполняем, мы
Титяник, видишь меня? Титяник. Вижу, вижу. Сигналишь? Титяник. Посигналил? Красота какая. Ты ж, Серега, не едешь ни на чем, да? Я? Ну, ты правильно. Почему правильно? Да потому что когда администратор не ездит ни на чем, а тупо сидит, держит сессию, то сессия лучше держит. Это неправильно. Фаус, причем тут расизм? Какой расизм? Она в мини, нельзя. Все что? Он админ, админ за. Прикольно, у меня сейчас состав передо мной стоит. Дежурный работает. Что стоит? Состав там такие, а они придется переключать меня. Теряю чистоту. Я стою. Я 0.4.11, на пару минут пойду. Свободно не стыкнулся. Мы говорим, что позвоним, стоим за N3 или N2. Понятно, по возвращению подскажите. Возвращение, доклад. Запомните, когда едете за кем-то удаленно, всегда следите за игроком впереди, едет он или стоит. Потому что может он для него призрак забаговаться, придется прилетать. Но мне его призрак уже забаговался. Ну ты же можешь прилететь все время, прогрузить его. Но выник сейчас, я так понимаю, потеряется. По-моему, кажется, не слетает. Старый сейчас не слетает. А я знаю, это 737. Это новый. Но они только компрессор покупают в плане того, что по возвращению в кабину передернуть флажок придется. Аккумулятор сам по себе. Почему нам ее перезапускать за 2 минуты? Когда перезапустили, да. Да ее перезапускать не надо, это компрессор, переключите все. Отлично меня отвлекло, теперь надо найти самого себя. В меню мультиплеера ищи. Уже нашел. Сигнал, конечно, на сайте ни о чем, да? Что мы делаем видео на YouTube, как просто 80, на низких частотах. На самом деле, это вообще самый крутой бомба, сигнал. 2003? Да. Ну да, я уже говорил. Ну, хоть заморачиваться. Свисток в кровос. Да. Да, таким свистком даже свистком, таким тихоном даже ребенка не пугает. Какой смысл тогда, да, сильно? Мощи не чувствуется. Да, это где-то в углу, а никто не пугает. Если горят две зеленых лампочки, это ходовая позиция? Две. Ага. Спасибо. Ты сам заметь, на черточку набираешь, у тебя загораются. Сходишь на нее, сразу будет. Ну да, у меня на маленькой черточке загорелась зеленая. Дежурный аэропорт. Хорошо. 041. Вот сейчас стоим защищающим N3. Присваивайте себе номер 9301 и по открытию выходного отправляйтесь до станции тачек. Присваиваем номер
9000. 301, да. Подходит к выходному до станции ночью. Солнышко вышло, и опять ублюдский отблеск от земли появился. Пипец, мне Серега, короче, хотел, ну вернее, сам хотел. Я теперь с ума сойду, еще докачу, там подъем, блин. У тебя порожняк. Порожняк, вот. Тебе сейчас легче. Я так, в принципе. В тронте была проблема, так мало. Он не ехал. Он назад катится из-за массы вагонов. Все. Хотел. Водить грузовые поезда — это искусство. Вот я и учусь. Заранее разгоняю, заранее потормаю. Да я уже вот этот, я только 2-3... Ты не электричка. Я вообще электрифицированный, не знаю, они как-то, Сереж, не заходят. Я сегодня вообще про товарняк говорю, не про электрифицированный. Все, что я скажу, на вымике просто ехать нереально. Вот 3-5-10, вот другая машина, попроще. Я тут напоминаю самопальную паспортную машину. ТСТ-10. Миксер мне в глаза. Все пока едут, все нормально у всех? Да, да, 15 км в час, подъем, все нормально. Все супер. Что вы хотели, по хардкору все? Конечно. На 3D10 не было хардкора. Я бы уже проехал по станции, но давно был бы уже. Молодец, но в данном случае ты на этом едешь. Мы хотя бы вагон отключаясь по 20 минут. Потом еще ехать. Минус только вот, что секция не работает, а так все прям вообще пушка-бомба. Синхронизация — огонь. 737 не отрубается. Яд не на нем. Я не знаю, почему это у тебя происходит. Я проверял, у меня этого нет. Попробуй еще раз. Я, Серега, повышение. Я вижу. Тормозю. На 8. Тормозю. Код превышения, кому-то в гору ползти. Ужас. Что там превышение, господи, 8 км. Превышение. Бам! Гришники, наверное, страхуют за такое, а? Не говори. Тем более я еще даже до стрелок не доехал. Вот я уже, вот как раз стрелка и 40. 40, все ровно. Все, молодец, молодец. Сейчас будем расцепляться с тобой, да? Да. Да нормально все пойдет. Не знаю. Подождать надо секунду 10 часов. Как у меня было. Прикольно, колеса крутятся со скоростью чуть ли не 40 км в час, а я еду только с вами понимаю. Скажи,
ты буксуешь? Да. Ну автоподача у тебя лампочка белая моргает, должна светиться постоянно. РБ моргает, да. Не РБ, там где вот КП, где зеленая лампочка, у тебя на этом плотно что-то белое должно. У меня только РБ белая горит, все. Да не... РБ, реле боксование, может быть. Сейчас тебе, Игорь, товары привезли. Теперь были на 12-й путь, призовал парк, вместе с Алисой. Отцепляйте контейнеры, контролируйте, натягивайте за руками. Винтер, рассекаемся, натягиваемся на ходу. Блин, наверное, протянуть надо еще, да? На хвост так тебе поднять. Как протянем. Как круто с информатором, да? Вот как раз стоишь, вот информатор постоянно орёт, да? Да. Ну хоть походу стол на вокзал. Тебе на полвагона просто не у нас составы четко так входят, да? Почти. Все, проходы есть, можете снимать. Я еще чуть-чуть. Что, без воздуха это расслабляется или как? Я даже не знаю, что это, по-моему, там влияет, если уклон есть, если их отцепить с применением воздуха на откачанных тормозах сразу, не поедут. Нет, это понятно, мы не про это, мы про саму синхронизацию. Пользователь пришел в твой канал. Добрый вечер. Снять пассажирский.
У тебя, по-моему, есть, нет? Все вроде качало. Ты он обновлялся, правда? Ну что, тебя тебе, да? Сейчас я смотрю. Меня расцепился. Я пока не знаю. Сцепка не рожалась? Да даже звука не было. Сейчас, стоп. Обычно звук есть. У меня все звук. Сейчас подожду пару минут. Ну, на составе, который контейнеры показывают белым, а так не отступилось, так подождем больше. Потому что звука даже не было, странно, если звук все есть. Жалко, нет такой функции, чтобы администратор мог расступить. Вроде неплохо, да? Сервис паки в первом все работало. Да, потому они что-то сломали. Это карта Тачата Мачага? Она что? Да. Касаси нету? Видно, кстати? Нет, у меня в пыльности. Нет, Серег. Не нажимается. Сейчас, только подожди. Попробуй отъехать. Ну, смысл, она не нажимается. Я его с собой потяну. Да, есть. Значит, назад сдавай, чтобы не остеклился. Ты думаешь, поможет? Ты у меня сейчас расцеплен. Но все равно в любом случае тебе надо сцепиться, чтобы ты у меня сцепился. А сильно я у тебя вагон отъехал от меня? Подожди, подлечу. Ты вообще не отъехал. То есть я расцеплен, но они стоят сжато, да? Да, все прожато. Давай нажмем на машину. Ты сейчас сцепись, я тебя выкину, расцеплюсь и тебя вратится. А у вас там тепла будет? Да, тепло. И что, катится? Ты не сцепляешься, а толкаешь их. Тогда нет смысла. Ой, смотри, ты ушел. Не отъехал, не отъехал. О, сейчас назад еще пойду. Сцепись. Ну, а сейчас? Выпью еще не раз. Не сухать как-то. Ты с ним не сцепляешься. Давай я сейчас сяду, сцеплюсь. Ну, все, тормози. Погоди. Не выкидывай. Подожди. Только синхронизации этой игры не хватает. Остальное все мелочи, все можно сделать. Только синхронизации не хватает. Ага, все можно сделать. Контент-менеджер зашел и чуть не... Ну, слушай, ну если ты не разбираешься, ты не знаешь, что... Все это. Я туда не жарко. Сейчас не забыл. Так, ну все, можешь садиться. Еще бы ты прогрузился у меня. У меня задняя секция стоит перед ней. Еще. Прогружается. У меня вопрос есть. Задавай.
на локомотивном светофоре, сам светофор, и справа на пути зеленым горит, а внизу как бы на мини-карте красненькое. Это не смотри, я, наверное, купить мини-карту. Мини-карту вообще не смотри, да, без пахового херня. Да. Она показания сигналов очень некорректно отображает в том плане, что на желтый зеленый, красный может не красный, маневровый синий, который запрещает выездное движение, тоже зеленый. То есть они далеко не все воспринимают. Понятно. Все, быстрее отцепился. Так, секундочку, вроде сцепился. Только это над вагонами, которые контейнеры, восклицательный знак, что они прыгают. Если у тебя отдельный гостесостав, то уже отдельный. Да. То есть только над этими контейнерами восклицательный знак. Не, ну они пропали. Все, только покажу, что с этого приехали. Ну вот, сейчас покажу, что все с этого. Я мне показывается, что сцепился, где контейнер сцепляется сверху, правильно? Да. Мне сцепляется. Сцепись, расцепись еще раз. Только выжидай. Ну, после расцепки хотя бы минуту выжидай. Ну, восклицательный знак появился. Контейнерами. Сейчас у тебя прогрузится, скажешь, я расцеплю. Хорошо. Что если взять эту платформу, вот эти контейнерные платформы, и телеги поменять нормально и призалить? Как ты считаешь? Которые поубирали? Эти платформы, которые мы сейчас используем. Еще грузы у них перепрописать адекватно. Грузы нормальные здесь. А, ты имеешь что по умолчанию сделать? Да, да, по дефолту прописать на них не 2-3 контейнера, которые там по факту, а прописать правильно все. Как на примере моей контейнера не главное. Ты видел, сколько там написано? Так можно мерзнуть делать? А ты что делал? Скажи, что упал? Ты расцепляешь? Да, это будет. Сейчас хотя бы при перезаходах не сбрасывает тебе кабину управления дефолтную на карте. Раньше человек подключается к сессии карты, на рандомный лоб на карте. Это да. Выбор 8282. Девичья память. Курит. Это серая рожа. Да. 375 на напряжение станции дальше. Только не у нас. Качево принимает на шестой путь. Удивительный шипан под оборотом. Понятно. Тогда по прибытии расцеплять составом. Это и есть дорога. Ну, я не понимаю. Thank you.
N3-507 по станции поставишь. Проблемы какие-то испытывают, конечно. Ну, передо мной были как пассажирские. Ему направил какие-нибудь запускающие. После того, что останавливаешься. Ну, фантомы всего прикольно. Мне нравится. Ладно, там под электропоезда вообще. Кстати, Серега, помнишь, у тебя электричка ДДР, по-моему, стояла в тупике на шестом пути какой-то станции? Ну, поменяли. А на этот путь у тебя же приема, получается, нету? Нет, это чисто под электричку, под ночевку. Ты не понял, куда электропоезд, только маневр. Понятно. У тебя в тупике нету светофора. Не надо, маневра не будет. А другая платформа, по-моему, на проходном пути. Ладно, платформа есть. Смотри, там просто можно в тупик поставить тупиковый светофор. Хреначе. И в случае чего туда и сразу электричка заехала и сразу встала. Смысл понятен? Я понял. Это идея сделаю. Доработки. Возможно, оно так и задумано изначально. Сделаете? Это тут только сейчас дошло. Помню там про сигнализацию назовета. Не расцепился, Рома. Ну, сдавай смену здесь. Машинист поезда. У меня так-то расцепился, я вижу, что ты не можешь ехать, что у тебя не расцеплено. Ну, сдавай смену здесь прямо начало. Спасибо за работу вам. Всего доброго. Пока-пока.
отключился.